Доброго ранку, друзі. Як і обіцяли, в нашій студії вже з'явилася гостя. Раді вітати головного редактора журналу «VIP-клуб» Анну Нечепуренко. Доброго ранку. Добре утро. Доброго ранку. Ми тут уже поза кадром обговорювали новий красивий журнал. Подивіться, будь ласка, який він стильній обгорці. І тут Анна нам розповіла, що є нові рубрики. Тепер журнал VIP Club може похизуватися новими рубриками. Давайте розкажемо, які саме нові рубрики у журналі. Одна із нових рубрик – це продовження рубрики про животних, домашніх питомців, хороші лапи в хороші руки. Так. Когда каждый номер мы будем предлагать вниманию читателей новую историю какого-то животного, оставшегося без хозяина. Вот. И будем искать вместе с приютами для животных, будем искать новых владельцев для животных. Ну, каждый раз это в нашем стиле, это история. Мы обычно пишем истории про людей, но в этом случае это история животного, который вот, остался один. И вот не позволим, чтобы такая ситуация была, будем искать хазяв. То в цьому номері, я перепрошую, став персоною, головною персоною, про яку ви розповідали. Кстати, вот это Валерий Моисеенко, человек, который долгие годы был нашим подписчиком и попал на обложку в этот раз, потому что действительно мы считаем его истории достойной публикации. Валерий, он занимается агробизнесом и грузовые перевозки. И его история, это тот, вот, когда, знаете, когда из села, парень из обычного села, он уехал оттуда и обещал вернуться обязательно победителем, так, чтобы и село поддерживать. И вот это тот случай, когда ему удалось. История просто о трудолюбии, история о том, что если к чему-то стремишься, обязательно этого добьешься, просто нужно стараться и быть терпеливым и мудрым человеком. Почитаем больше про эту историю в свежем номере журнала. Ну і мене найбільше цікавить рубрика про холостяків. Віп-холостячка та віп-холостяк. Я вже для тебе знайшла цю сторіночку. Хто цього разу стали героями? В этот раз холостячка номера – це Катерина. Таку підводку ми робили к этой леді, що у неї цілих 3 глаза. Тобто у неї є ще 3-й глаз в виде татуїровки на безымянном пальце. Може бути, тому ще й холостячка, як вона сама говорить о себе, потому что слишком много видит. Но а ее такая одна из особенностей, она может организовывать мероприятия, одно из них по быстрым свиданиям. То есть она очень много уже судеб объединила, а свою вот сейчас на подходе, возможно, после этой публикации мы поможем ей тоже найти своего суженого. А вот холостяк номер стверджує, что ему важливый запах жінка, тому дівчата усі за новыми ароматами. Ну, как истинный скульптор, художник, творец, он, ему важно и такие вещи тоже. Вот поэтому, со скульптором у нас тоже еще никогда не было интервью в этой рубрике. Есть и у нас возвращение старой нашей рубрики, просто немножко в обновленном формате, VIP-пара. То есть, когда мы показываем истории любви, которые вдохновляют. В этом номере эта история Константина и Юлии, известны в городе как людей, которые создали один из первых интернет-порталов «Забор». Наши коллеги-журналисты, так? Да, да. И то есть про их свадьбу, которая там тоже их фотографии с их свадьбы, они получили премии, потому что там они были прям, свадьба в грязи была такая. И, Так я бачу, что другой день они взяли специально сукню, на шкода. Интересные истории. Мы в подробностях рассказываем. А ще у вас є історія, яка особисто мене надихає, і це про жінку, яка вирішила у 70 років стати моделлю. Моделлю зрілого возраста, так. Вона зараз йде до цієї мечти, а взагалі займається всякими техніками омоложення. І в цій рубриці, яка у нас називається «Тот, хто здорово живе», в цій рубриці вона розповідає, які у неї принципи життя, щоб бути успішною і залишатися при цьому щасливою. Воно в этой рубрике мы разбиваем историю человека на такие афоризмы. То есть вот про каждого человека обязательно можно как-то коротко, такими емкими фразами сказать. И потом другой человек, который это читает, он может переложить к себе на свою историю и тоже стать немножечко, может быть, счастливее в данный момент. Ну вот людина действительно 80 років неймовірно виглядає. Шикарная женщина. Це Павазінаїда, вона просто люди. Якщо ви хочете знати, як так виглядати у 70, то купуйте журнал VIP Club уже у продажу. Ану,
Я бачив у соціальних мережах, що цього року журнал святкує 15-й рік з дня першого номеру. Да. Ви рахували, скільки людей стали героями видання? Це сотні? Да, це тисячі? Скільки тисячі, людей? Тисячі. Тому що, в принципі, якщо посчитати по кожному номеру, то около 100 персон в кожен номер попадає. Да. Тобто, іноді це там обширне інтерв'ю, іноді це коментарі, але в цілому до 100 персон, тому що тільки страниць около сотні. І якщо просто посчитати, то дуже велике кількість людей, які віддали свои истории на рассмотрение нашим читателям. Очень радостно, что мы понимаем, печатное слово нужно людям, нужно это эмоциональное, такое открытое слово, без каких-то скандалов, а с позитивным настроением. Это очень важно для жителей нашего города, и я благодарна им, что они тоже поддержали идею журнала именно в таком духе. Дякую вам. Что ж, друзья, новый номер журнала «Віп-клаб» в продажу. Читайте, там є багато чого цікавого. Анна Нецюпоренко, головний редактор. Дякуємо вам за цю розмову. Ну, ми рухаємося далі і в наступному сюжеті більше про технічні новинки з нашого світу. Подивимось.